В Краснодаре прошел финал 6-го краевого конкурса «Поэт и гражданин». Солисты и хоровые коллективы представляли произведения кубанских авторов, а также стихи собственного сочинения. Конкурс, где решающую роль играет талант, возрастных ограничений не имеет. Самому молодому участнику едва исполнилось 7, а самому взрослому – 89 лет. Конкурс растет с каждым годом. Изначально это были несколько поэтических номинаций. На сегодняшний день это уже и проза, и живопись, и авторская песня, и стихи, зазвучавшие песни. У нас сегодня 800 финалистов, это не считая художников. География мероприятия впечатляет. Участниками стали талантливые жители не только Краснодарского края, но и Республики Адыгея, Ростовской области, Донбасса. Организаторами масштабного конкурса выступили Комитет по патриотическому воспитанию местного отделения партии «Единая Россия», региональная организация «Единство поколений» и городской совет ветеранов. Окончательные итоги жюри подведет уже сегодня.